К новому учебному году 102 тысячи многодетных семей по всей стране получат материальную помощь на общую сумму 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Выплаты для одного ребенка составят 54 рубля, на всю семью 112 рублей. Для малообеспеченных также предусмотрена поддержка. Первое – это единовременное пособие. Оно имеет целевой характер. Оказывается на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. И второе, и семье может быть оказано пособие, ежемесячное социальное пособие. Средний размер помощи в рамках единовременного пособия составляет на сегодня 160 рублей. В рамках ежемесячного социального пособия это 40 рублей. По вопросам предоставления выплат необходимо обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.